Здравствуйте, вас приветствует канал SPVcom. Хочу показать, как настроить эмулятор RPCS 3 для того, чтобы поиграть в Batman Arkham Origins Blackgate. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Стабильную прошитую сборку. Она мною уже скачана, и я приступаю к разархивации в корень диска C. Ссылка на бесплатный архиватор будет в описании. Сразу в папку с эмулятором я добавлю папку с игрой. Теперь папку с игрой перенесу в HDD0 и в Game. Теперь при первом запуске игра у нас сразу будет в меню. А вон и она. Ставим обе галочки. Продолжить. Геймпад. Я играю на клавиатуре, поэтому у меня выбран кейпад. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх. Теперь на клавиатуре нажимаю эту клавишу, что станет вверх. И так по аналогии весь геймпад настраивается. Если вы хотите играть при помощи настоящего джойстика, то можете посмотреть видео о том, как это сделать. Ссылка будет в описании. Когда будете довольны тем, как настроили его под себя, кликните Save. Конфигурация. Здесь все оставляем как есть. Вулкан, если поддерживается он вашей видеокарты, двойка. 50. Хотя и 30 хватит. Обладатели мощных процессоров могут улучшить качество картинки, но это существенно скажется на быстродействии. Пройдемся до конца. Сейв. Сделаем поближе. Правая кнопка мыши по игре. Boot. Компиляция начата. Какое-то время придется подождать. Компиляция окончена, запустилось окошко с игрой. Мышку в сторону. Заставка единственное место, где как-то FPS проседает. Потом вроде как все ничего. Графика вообще на ура. Так, FPS нормально, делаем на весь экран. Ну что, пацаны, вперед! Следующий. Ну что, начало положено. Нет, график вообще уйдет. Aren't you a cool customer? But you wouldn't put heat like that on a helpless girl, would you? I've got a feeling helpless is one thing you aren't. Handsome, strong, and in touch with his feelings. Every girl's dream. Давайте за FPS последим еще. Держится в норме вообще все. Очень смешно. Так, снова на весь экран. Так, ну здесь мы назад уже не вернемся. Насколько я понял, здесь можно двигаться либо вправо, либо влево.
Ой, кошка, поймаю, а? А та-та будет тебе. Ну что, здорово вообще, все просто супер. Отлично выглядит персонаж, вообще улет. Крыша, здрасте. На крыше-то что вы делаете? Лестница — это не про нас. Все падает. Сюда. Ну вот так это работает. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал spv.com, ставьте лайки и заходите на наш сайт spv.com.com.